Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем в Revelation. Замечательная игра, которая вышла, издается компанией Mail.ru, вышла на закрытое бета-тестирование. Как раз идет второй этап, я в нее так основательненько залип. Хотелось бы показать вам, чем я занимаюсь. Вот, собственно, сегодня мы будем проходить то, что я прохожу практически каждый день, арену четырех богов. Перед тем, как мы приступим, если хотите попасть на ЗБТ, милости просим на официальный сайт rev.mail.ru, где вы можете приобрести набор раннего доступа вместе с ключом. Посмотрим, что сегодня у меня тут получится. Ладно, эти сносно. Такие вот, собственно, ежедневные у нас данжики. Башня из 14, по-моему, этажей. Довольно непростая, кстати. Потому что порой тут попадаются боссы, которые буквально выносят вас за комбу. Ну, в принципе, успеваем. Хорошо. Следующее испытание. Сегодня как раз последний день, и поэтому я решил записать свои похождения. Где ты, горшок? Охереть, я слепой. Чуть скиллом промазал. Молодец, короче. Готово. Для тех, кто не в курсе, я играю за рыцаря. Персонаж милишник. Довольно резвый класс, один из лучших в PvP. Да умри, сволочь. Yeah.
подожди. Кого я пропустил? Вот такие вот незамысловатые испытания. Но они таковыми становятся только после того, как уже знаешь, что тут делать. А пока неизвестные мобы тебе ломают лицо и остальные части тела, незамысловатые испытания кажутся непроходимыми. И ты просто долбишься руками об клавиатуру, не понимая, что происходит. Повезло мне. Вот он меня размажет. Вот. Да. Отвык я от этого босса. Давно он мне не попадался. Ну ладно, на высочайшую мне уже все равно не пройти оценку. Так что плевать. Ну, последний босс меня, скорее всего, тоже размажет. Ах, потому что если я каменному мечу всрал, то красному генералу да и подавно. Ну ладно, попробуем что-нибудь сделать. Да нет, с генералом оказалось попроще. Да. Но накосячил я знатно. Давно мне просто не попадался этот сраный босс. Ну да ладно. А последним, это, кстати, предпоследний этаж, последним был бы мой двойник. На самом деле, самого себя убивать я натренировался. Ибо у такого персонажа из контроля выйти довольно-таки сложно. Проблема в том, что тут есть рейтинги, и по вот этим вот спискам еженедельно выдается награда, которую бы хотелось заполучить. Но, видимо, мне не повезет. Сегодня последний день, и я попадаю лишь вот
в десятку. Хотя эта лампочка абсолютно бесполезна, но высший знак прохождения хотелось бы. Ладно, ничего не попишешь. В предыдущей арене я занял 6-е место. Но да ладно. Пойду-ка отомщу этому каменному болвану. Где у нас тут полигончик-то? А вот этот каменный козел. Но тут он сносит поменьше. На арене он такой дичи не делает. Ненавижу я этого босса, но ничего не попишешь. Рейтинг я там на него не поднял, да вроде нет. Все, месть осуществилась, теперь станет жить попроще. Как я уже упоминал, сегодня последний день второго этапа. Как только стрелка часов перейдет отметку 12, собственно, доступ к серверу закроется. Будем ждать последнего, завершающего этапа закрытого бета-тестирования. Ну а пока хочу пожелать всем игрокам Revelation удачи, всем тестерам терпения, потому что багов действительно немерено. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Задавайте свои вопросы по игре в описании, постараюсь ответить, ибо мною наиграно в нее довольно-таки много, как на Китае, так уже и на российском ЗБТ. Всем спасибо, всем пока!